Всем привет! В прошлых видео мы с вами рассматривали, как создать картинку с помощью Midjourney и ее альтернативы. Но знали ли вы, что с помощью искусственного интеллекта можно создать не только картинку, но и воспроизвести ваш сценарий в виде видео с актером, который будет его рассказывать? Эти технологии открывают множество возможностей для создания контента, такого как презентации, видеообзоры, рекламные ролики и многое другое. Они позволяют превратить текстовый контент в более интересный, привлекательный формат, привлекая зрителей и увеличивая эффективность коммуникации, так как на экране видят не буквы, а актера. С приходом этих возможностей работать с контентом становится все легче, а времени на его создание уходит также все меньше. Сегодня я покажу вам несколько нейросетей, благодаря которым вы сможете создать видео, имея только текст. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. А первой мы будем использовать такую, как HeyGen. Этот ресурс платный. Пробной версии предоставляется бесплатно 1 минута для создания видео, а именно 1 кредит. Если вы хотите бесплатно получить себе несколько минут для генерации, то для этого заходим во вкладку «Gift» в левом нижнем углу. И видим, что с каждого зарегистрированного по нашей ссылке пользователя дают плюс 1 минуту до генерации. А если он купил тариф, то 3 минуты. Кредиты списываются только при рендере видео, что удобно. Но до того, пока видео не срендерилось, а вы только вписываете нужный вам текст, не видно превью, а именно артикуляцию лица и движение актера. Как использовать HeyGen? Для начала зайдем в браузер компьютера и введем HeyGen. Переходим по первой ссылке, и у нас откроется главный сайт этой нейросети. Жмем на Try HeyGen for free. Открывается главное рабочее поле. Чтобы начать пользоваться, нужно пройти регистрацию. Можно авторизоваться через аккаунт Google. Пользователю доступно несколько вкладок: Home, Template, Avatar, Video, Asset. На вкладке Home показано, что можно создать говорящее фото или его загрузить. Попробуем оба варианта. Нажимаем Generate Talking Photo. Видим, что нам нужно ввести промпт для генерации нашего аватара и нажать Generate. Нам создали 4 варианта нашего аватара. Выбираем нужный и идем дальше. Нажимаем на аватар и жмем Create Video. Мы попросили ChatGPT написать нам небольшой текст, поэтому вписываем его. Выбираем скорость чтения и язык актера. Затем нажимаем Submit. Ждем рендера видео и сообщения на почту. Во мне сотни кабелей и проводов, плетущихся в уникальную паутину знаний. Мои нейроны соответствуют симфонии, где волны интеллекта льются в безграничные просторы планет. Я наделен свойством чувствовать и понимать, интерпретируя сигналы, которые ко мне приходят. Также с помощью HeyGen вы можете оживить собственное фото. Для этого нажимаем Upload Token Photo и выбираем файл из папки на ПК. А теперь делаем то же, что и с генерируемым аватаром.
пишем ему текст, выбираем голос и темп разговора. Нажимаем Submit и ждем рендер видео. После этого вам на почту придет ссылка, по которой вы можете скачать ваше сгенерированное видео на ПК. Также по ссылке будет доступен предварительный просмотр. Во мне сотни кабелей и проводов, плетущихся в уникальную паутину знаний. Мои нейроны соответствуют симфонии, где волны интеллекта льются в безграничные просторы планет. Я наделен свойством чувствовать и понимать, интерпретируя сигналы, которые ко мне приходят. Во вкладке Template вы можете увидеть образцы и шаблоны, по которым легко можно понять, как много можно сделать с помощью HeyGen. Перейдя во вкладку Аватар, перед нами открывается список аватаров. А если вы приобрели тарифный план, то вам откроется возможность создавать видео в 4К качестве и будет доступно 134 вариации актеров. Посмотреть ваши проекты и готовые видео можно на вкладке «Видео». Как с помощью HeyGen создать видео из текста и готовым актером? Чтобы создать видео с актером, нужно нажать кнопку «Create видео». Нам будет предложено выбрать формат видео – горизонтальный или вертикальный. Выбираем нужный и продолжаем. Видим достаточно легкий и понятный интерфейс. У нас показан таймлайн, поле просмотра видео и кнопка Add Speech. Выбираем актера для нашего видео. Выбираем план кадра. Актера на видео можно увеличить или уменьшить. Можно выбрать цвет заднего фона. Добавляем наш текст. Нажав на флаг снизу на правой стороне, можно выбрать язык, на котором будет говорить наш актер. С помощью параметров Pitch и Speed по желанию изменяем тон голоса и скорость начитки текста. Жмем Submit, и наше видео начинает рендериться. После этого на вашу почту, на которую вы регистрировались, придет ссылка с готовым видео. Итак, посмотрим на результат. Во мне сотни кабелей и проводов, плетущихся в уникальную паутину знаний. Мои нейроны соответствуют симфонии, где волны интеллекта льются в безграничные просторы планет. Я наделен свойством чувствовать и понимать, интерпретируя сигналы, которые ко мне приходят. Как видим, видео получилось достаточно качественным и живым. Если вы лично не знакомы с человеком на видео, не знаете, что оно создано с помощью искусственного интеллекта, то и не сразу догадайтесь, что это не настоящая видеосъемка. Сервис однозначно имеет право на жизнь и будет очень полезен для создания видеороликов. Ссылку на HeyGen я оставлю в описании. У HeyGen есть альтернативы, как и у любых сервисов. Не буду останавливаться на них подробно, покажу вам один из вариантов для примера, а именно Eli.io. Переходим на страницу Eli.io и проходим регистрацию. Нам дают возможность генерировать видео на 1 минуту и более 25 аватаров по выбору бесплатно, а дальше будет платно. Как видим, здесь тоже есть немало функций, а именно нам нужно создать видео. Нажимаем в правом верхнем углу Create New Video. Мы видим довольно понятный интерфейс. В нашем случае мы попросили ChatGPT написать коротенький текст, который сейчас прочитает актер. Нажимаем кнопку «Рендер» и ожидаем сообщения на почту, куда оно будет отправлено. Многие используют искусственный интеллект в повседневной жизни, даже не осознавая этого. Он находится в наших смартфонах, которые распознают наши голосовые команды, в рекомендациях на потоковых платформах и системах, которые прогнозируют наши покупки.
Однако искусственный интеллект также вызывает вопросы и вызовы. Как мы можем обеспечить нравственное использование этих систем? Как поступить, когда искусственный интеллект будет принимать решения? Как мы можем защитить нашу конфиденциальность в эпоху, когда данные становятся все более доступными? Сегодня мы рассмотрели сервисы для создания видео, рекламы и контента с помощью нейросети. Heygen справляется со своей задачей на 100%, имеет приятный и понятный интерфейс, достаточно функций и аватаров для создания видео. Он пригодится вам, если нужно сделать рекламу или презентацию, видео для соцсети и многое другое, на что хватит вашей фантазии. Уже доступны разные варианты нейросетей для создания видео. Но как образец я бы выбрал именно Heygen. Созданные через Heygen видео получаются более живыми и натуральными. Не такие пластмассовые, если можно так выразиться. А на этом все. Спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было полезным для вас. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. До встречи в новых видео.